Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России немного подешевели легковые автомобили с пробегом. По данным Автору, в марте средняя стоимость подержанной легковушки составила 1 миллион 413 тысяч рублей. Одновременно число предложений на вторичном рынке подросло. Лидер сегмента бюджетных авто – «Лада Гранта» со средним ценником 650 тысяч рублей. Далее идут «Hyundai Solaris» и «Kia Rio». В средней ценовой категории на первом месте находится Toyota Camry, за которую просят в среднем почти 3 миллиона рублей. Среди авто люкс-класса наиболее востребован кроссовер BMW X5, который обойдется в среднем в 4 миллиона рублей. Трасса 101. С момента появления возможности оформить краткосрочный полис ОСАГО со 2 марта за этой услугой обратились 2300 российских автовладельцев. Причем спросом в основном пользовалась страховка с трехмесячным сроком действия. Ее средняя стоимость, по данным Российского союза автостраховщиков, почти 5000 рублей. Краткосрочная автогражданка обладает сроком действия от 1 до 90 дней. Начинает действовать она спустя 3 дня, чтобы избежать случаев мошенничества. Трасса 101. Зарубежные специалисты составили традиционный ежегодный рейтинг автомобильных марок, которыми автовладельцы довольны больше всего. В опросе поучаствовали несколько десятков тысяч человек. Самым беспроблемным признан Lexus. Если говорить о конкретной модели, то это кроссовер NX 2014-2021 годов выпуска. На второй строчке разместилась Toyota с моделью Yaris, выпускавшейся с 2011 по 2020 годы. Замкнул тройку лидеров Mini Clubman, которые делают последние 10 лет. Также респонденты похвалили за надежность авто марок Hyundai, Kia, Subaru и Mazda. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».